25 марта 2021 год. Просто тест Nikon Coolpix 5000 на максимальной светочувствительности. ISO стоит 6400, выдержка максимальная. Опять от меня сбежала. Уходим в закат. Так, начинаю уменьшать выдержку. Все, потухли огни большого города. Это я уменьшаю диафрагму, увеличиваю. Ну, да. Разница, конечно. Серьезно. Ну, нет смысла давать резкость, потому что изображение мыльное абсолютно. Вот это последствия искусственного увеличения освещенности. ISO 6400, это, конечно, пластилиновые мультики, а не видеозапись.